Самый активный вулкан Европы Этна проснулся и начал выбрасывать дым и лаву. Извергаться вулкан начал накануне ночью. Клубы пепла поднимались на высоту 150 метров от кратера. Местных жителей пока не эвакуируют. Аэропорты поблизости все еще работают. Этна – один из самых активных вулканов в мире. Небольшие выбросы лавы случаются здесь довольно часто. Но в этом месяце началась более активная фаза извержения.